Дорога есть, а пешеходного нет. Перейти дорогу от Дома пионеров к детскому парку – задача со звездочкой, поскольку для пешеходов нет ни знака, ни дорожной разметки. А потому зачастую правила здесь нарушали от безысходности. На эту проблему обратила внимание Елена Алексеевна. В марте она обратилась в департамент городского хозяйства, но проблему решать не спешили. Отчаявшись увидеть заветный переход, летом Елена Алексеевна обратилась в нашу редакцию. И после выхода в эфир репортажа пешеходный переход на улице Сосина все же появился. Теперь можно безопасно ходить. Большое спасибо каналу 16 за то, что помогли организовать этот пешеходный переход на улице Сосина к детскому парку. Я надеюсь, что городские власти сделают еще один пешеходный переход с другой стороны улицы Сосина. И на Ушакова старый переход, зебра уже еле-еле видна. На протяжении 10 лет канал 16 помогает горожанам в неравном противостоянии с глухими к их проблемам управляющими компаниями и органами власти. За эти годы наши корреспонденты освещали сотни городских проблем. Наша рубрика – это возможность привлечь к своей проблеме внимание общественности. Протекшая крыша, холодные батареи, отсутствие горячей воды, разрушенные балконы, затопленные подвалы и мусор во дворах. С такими проблемами горожане сталкиваются регулярно, годами обивая пороги коммунальных служб. Если вам надоели отговорки, звоните в нашу рубрику «Городской дозор». Вместе мы сможем решить любые вопросы. Телефон нашей рубрики прежний – 37-200. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.